Что бы вы ни думали об этих треклятых турках, слабаками их не назовешь. Их армия пересекла эту проклятую пустыню за 10 дней под палящим солнцем. Сейчас они заняли дальний берег нашего драгоценного канала. Я вижу, как эти шакалы следят за нами. Завтра мы будем сражаться. Османы угрожают Суэцкому каналу, нашей главной артерии. Сначала нужно прорвать рубежи врага на восточном побережье. Затем пробиться через деревню Кантара. Сюда! Но! Но! Захватили сектор. Зачистите сектор от врагов. Мы захватили сектор. Осталась половина наших войск. Сектор. Ну, гони! Зачистите сектор от врагов. Мы захватили сектор. Мы захватили цель Аист.
половина наших войск. Захватили сектор. Скоро захватить последнюю цель.
Вот патроны. Держи. Пошла! Лети! У нас осталось 50 солдат. Вперед! Ну, гони! Давай, давай! С вами, бойцы. Вы сражались как львы и смели этого грозного противника. Но отдыхать не время. Нужно прикончить их навсегда. За ними, ребята, в пустыню! Отвоевав Суэцкий канал, британцы продолжили преследовать турок в Синайской пустыне. Османская армия выстроила здесь временные, но мощные укрепления. Мы преследуем османов в Синайской пустыне. Столь обширной, что я кажусь себе букашкой. Столь вечной, что я думаю о тех, кто был здесь до нас. Эта битва будет восходить к античности. Наша цель — города с легендарными именами. Иерусалим, Назарет, Дамаск. Если бы развалины могли говорить, они предупредили бы нас о нас самих. Ребята, мы нашли позиции османов. Они окопались в развалинах Сансуза. Нужно захватить их укрепления и оттеснить.
теряем цель Аист. Теряем цель Аист. Вернитесь в зону боев. Вступайте в следующий сектор.
теряем цель Аист. Мы теряем цель по плану. Потеряли цель Баклан. Мы потеряли сектор. Потеряли цель Баклан. Мы потеряли сектор. Последней цели.